И от дома недалеко, и специалисты хорошие. Именно так отзываются жители села Репьевка о новом фельдшерско-акушерском пункте, который заработал с начала этого года. Раньше, чтобы получить первичную медицинскую помощь, жителям приходилось пройти все село. Новый же находится в центре, что более удобно. Намного лучше. Очень даже. Здесь все, всякие кабинеты, в любой кабинет приезжают врачи. Можно даже в любой кабинет и по-женски все пройти. И анализы сдаем здесь, чтобы нам не ездить в район, а сдаем здесь все. И очень хорошо. Мне, например, очень понравилось. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием. Имеются процедурные, фельдшерские кабинеты, комната хранения лекарств и бытовые помещения. В новом пункте установлено индивидуальное отопление, есть горячая вода. Медпункт в селе обслуживает более 400 местных жителей. Здесь сельчане могут получить различные виды первичной медицинской помощи, также купить необходимые медикаменты. Сейчас у нас диспансеризация идет. Если у нас диспансеризация, значит, мы берем все анализы, делаем кардиограмму, вот, женский кабинет, ну все. А так внутривенно, внутримышечные, прививки, все мы делаем. ФАП построили по нацпроекту здравоохранения. На это было направлено около 10 миллионов рублей. За последние два года в Ульяновской области был построен 21 фельдшерско-акушерский пункт. В планах построить еще 10. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.